Итак, тут я решил немножко пожрать макарончиков, там еще котлеты у меня жарятся, короче. И сейчас посмотрим, сколько я за раз съедаю. Сейчас мы почитаем, сколько у нас тут мисочка наша весит. Так, 0 грамм, хорошо. У меня там уже такая мисочка приготовлена, они обе одинаковые, поэтому я уже сразу тут нагрузил, короче. Вот, и сейчас поставим, поглядим. Так, тут у нас 549 грамм. Сейчас мы еще соусы сюда подкинем. Где наш соус? Вот наш соус. Сейчас мы подкинем соус нашего. Чуточек. Вот так сверху мы его ливанем. Немножко. Много нам не надо. Тут у нас уже получается 588 грамм. И сейчас еще немного курицы положу. Курицу я люблю. У меня уже приготовленная жареная курица есть. Вот так вот. Сейчас мы грудинку отломаем. Так, это у нас типа кухонный гриль. Вот так вот. И положим. И всего у нас получается, в общем, короче, тут 760 грамм хавки. Вот. Вот так вот выглядит мой один прием пищи. Макароны, соус, курица и там еще, короче, колбаски жарятся. Так, я еще дожарю их потом. Ну, наверное, не успею сразу съесть, съем сначала это, а потом съем колбаски. Вот так я вот и хаваю.